14 ноября в Центре традиционной культуры народного творчества города Каспийска состоялось открытие выставки молодого художника Арсена Гасанова, которую он готовился более года. Его работа – это полный полет фантазии, через них он изображает свой взгляд на мир. Мы познакомились в 2015 году, когда он участвовал в коллективной выставке детского искусства. Он тогда нарисовал новогоднюю открытку, очень интересно. Я сразу обратила внимание на этого художника, у него очень необычный взгляд на мир, он очень интересные сюжеты придумывает. И когда я недавно увидела его работы, посвященные Дагестану и дагестанским украшениям, которые он создавал, находясь в разных музеях Дагестана, он рисовал прямо в залах музея, я сразу поняла, что эта тема идеально подходит для Центра традиционной культуры Каспийска, потому что то, чем мы занимаемся, напрямую связано с тем, что он нарисовал. Арсен не просто художник, он особенный в своем деле. Его искренность и открытость к миру – главный залог успеха. Как рассказывает мать юного таланта, он развивает свои художественные способности с 3 лет. Как только впервые взял в руки карандаш. Он особенный художник, особенный ребенок и особенный художник. И поэтому мне кажется, что он смотрит на предметы глубже, как будто все рассматривает через увеличительное стекло, все подробнее, все детальнее. И если он чем-то интересуется, он очень глубоко копает. То есть если он делает какой-то национальный костюм, он смотрит обязательно серию костюмов, то есть как взрослый человек, да, у него такой подход был с детства. Он включает музыку, слушает, под музыку часто рисует. То есть у него такое бывает погружение в работе. Стоит подчеркнуть, что за 17 лет Арсен уже презентовал миру 26 выставок с самыми необычными картинами. Его фантазия безгранична, и она поражает. Если приглядеться на данной выставке, можно увидеть необычные картины, например, кролика в народном костюме. Он делал интерпретации известных картин, персонажей мультфильмов, пересаживал из одного мультфильма в другой, развивал историю. То есть у него фантазия, ну, она поражает. Сейчас художник планирует реализовать несколько своих главных идей, одна из которых – это выставка мультипликационных художественных работ. А вот планы мультипликации, мы с вами уже свою мультипликацию хоть немного, хоть какую-то, уже потихоньку развивать все должно. Мультипликация только потихоньку, понятное дело. А так, некоторые мультфильмы не только от МИ и от остальных детей команды, которые принимают участие, помогают друг другу и так далее, вы можете и их не посмотреть, остается не только мы. Вот это общая студия. Отметим, что выставка будет проходить в течение месяца. Ее может посетить любой желающий с 9 до 18:00.